Все, хватит, надоело. Я живу, как привозная крестьянка. У меня 4 вечерних платья, шелковых, а здесь нет некуда. Нет, все, мы завтра же уезжаем на курорт. Но я не хочу на курорт, я хочу в Простоквашино. А что мне надо делать в вашем Простоквашино? В платье дрова рубить? Или, может быть, быков очаровывать? Ну что ж, раз у меня платье, то тогда действительно едем на курорт. Решено, завтра едем на курорт.